Приветствую всех любителей баскетбола. Совсем скоро начнется матч регулярного сезона Лиги ВТБ между Уралмашем и Руной. В Суперлиге он попадал в трехочковые очень эффективно. Тагер на вес на Элиса, Октавиус! Николай на открытого Комиссарова, Артем бросать не решился. Попов, ой, здорово, поднимает на фейке Элиса, причем дважды, и левой рукой набирает очередные очки. Стэнли, взаимодействие с Элисом, на вес на Октавиуса вновь. На сей раз без Алиупа, но еще один данк от Элиса. Сын легендарного российского баскетболиста Петра Самойленко. И вот здесь он пропустил Казунова под кольцо, но после отличного забегания в краску. Но вот вторая 10-минутка пока в этом плане противоположная. Элис третий данк для себя сегодня оформляет. Он не попал. Сотин загружает Попова. Яна Комиссарова. Ой, красота. Сколько таких взаимодействий мы видели. Редкий промах для Стэнли. 4 в 3 убегает Руна. Кэм Йонг взлетает. И чисто оборонялся Стэнли Уитакер. Он даже имеет право играть по молодежке. Молодежка Руны. Ой-ой-ой, об этом позже Глазунов отчита навесил на Октавиуса Элиса. Собин. Оперативно выставляет мяч вперед. Митькин! Дебютные очки в Лиге ВТБ набирает Борис. Но они все равно крайне важны. С точки зрения того, что играет защитник. Паникот сверху. Нет, все-таки блокшот от Комиссарова состоялся. Артем догнал соперника, накрыл. 5-4 убегает Руна. Самойленко. Нужно принимать решение. Скидка на Комиссарова. Артем. 3 из угла оттуда. Подбор. За Дагласом. Ой, как убрал он Самойленко. Глазунов, экстрапас на Песклова. Красотища, Кирилл. Забил. Ну, Уралмаш. Викинг устоял. Сам же забрал подбор. Нашел Комиссарова. Тот из-под кольца. И чистый блокшот ставит Октавиус Элис. И бежит Руна. Савин в угол на Комиссарова. Артем обратно. Стали спешить, хотя была возможность. Походяев. 3 в цель. 75-71. Вытакер против Походяева. Смена в обороне у Руны. Стэнли забивает. Это, пожалуй, решающее попадание этого поединка. Все, закончен сезон для Руны. Говорю вам спасибо огромное. Ну а Уралмаш великолепен. 8-я победа к ряду.